привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами откроем новые копии шариков LOL. Это очередная копия LOL Decoder, это как будто уже вторая волна. Смотрите, ребята, также недавно у нас на канале вышло 3 новых видео. Обязательно посмотрите их, ссылочки будут в описании. Также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите как можно больше комментариев. Также не забудьте поставить колокольчик, потому что оповещение не приходит, и вы можете не узнать о наших видео. А мы давайте откроем с вами новую подделочку. Итак, смотрите, ребята, вот такая у них коробочка фиолетового цвета, нарисованы куколки. Давайте же скорее ее откроем. Так. Ребята, посмотрите, какой фиолетовый шарик. Мне кажется, эта подделочка уже больше похожа на LOL Decoder, потому что здесь не написано конфетти поп, потому что до этого написано было конфетти поп. Куколка говорит, открой меня. Здесь у нас показано, что у нас должно быть 7 сюрпризов. Давайте же скорее открывать этот шарик. Итак. А вы напишите обязательно в комментариях, открывали ли вы уже такие подделочки. Смотрите, здесь слои другие, не одинаковые. Здесь нарисована одежда и наша подсказочка. Так, давайте снимаем второй слой. Насечки здесь есть, и это очень удобно открывать, потому что в некоторых подделок нет насечек, и это не очень круто. Смотрите, третий слой тоже другой. Здесь нарисованы бутылочки наши и совершенно другая куколка. Похоже, мне кажется, из мультика Sailor Moon было. Так. Следующий слой. Здесь уже нарисована, какая же обувь нам попадется. Снимаем его. И как вы уже могли заметить, у нас фиолетовый блестящий шар. Все прям в цвет. Это очень здорово. Мне нравятся такие шары. Они блестящие и очень красиво смотрятся. Только посмотрите, здесь крышечка не блестящая и совершенно не в цвет. Давайте же посмотрим, что здесь у нас. Ой, здесь у нас был первый сюрприз. Сюрприз номер 2 и сюрприз номер 3. Так, давайте же также откроем наш шарик. Сразу посмотрите, какой шарик. Мне он прям нравится. Здесь у нас держатель. Держатель тоже не в цвет. Он идет больше под нашу крышечку, которая была. Поставим наш держатель. Итак, смотрите, здесь у нас инструкция. На инструкции у них в основном все стандартные, ничего нового. Здесь у нас идет вкладыш. Вкладыш у нас LOL. А с другой стороны Lil Sister. Но это тоже в большинство подделок такое попадается. Смотрите, здесь есть такой ободочек с ушками. Это получается у нас такого же фиолетового цвета. Все под цвет шарику. Так, дальше у нас идет сюрприз номер 2. Давайте же. Это у нас бутылочка. Бутылочка нежно такого голубого цвета. Она очень мягкая и серая. У него крышечка. Так, давайте следующий сюрприз. Думаю, здесь у нас должно быть платьишко. Платьишко или туфельки. Не хочет у нас пакетик открываться. Следующий сюрприз. У нас идут такие розовые милые туфельки. Также у нас на канале есть еще про LOL Decoder видео. Напишите обязательно в комментариях, какая из подделочек вам больше нравится. И платьишко, ребята, посмотрите, платьишко желтого цвета. Мне кажется, такие платьишки у нас уже попадались. Давайте же посмотрим, как выглядит сама у нас куколка. Оп. И, ребята, посмотрите, куколка у нас собрана. Вау, ребята, посмотрите. У нее такие розовые волосы, синие бантики и голубые глазки. Но она очень плохо прокрашена, волосы не ярко. Здесь краска осталась, и глаза тоже все в точках, как будто ее вот так вот красили. Здесь такой саморез. Головка у нее мягкая, ручки двигаются и ножки двигаются. И вы заметили то, что голова одного цвета, тело другое. Давайте же оденем на нее платьишко и посмотрим, как она будет выглядеть. Итак, ребята, наша куколка готова. Напишите обязательно, как вам ее наряд. О, мне кажется, я очень хорошо выгляжу. Мне подходит это платьишко и туфельки. Я просто красавица. Ну-ну, ребята, вы обязательно напишите, нравится ли вам или нет. Давайте поставим нашу куколку пока и начнем открывать второй шарик.
также вытаскиваем ее с коробочки. Здесь у нас оно закреплено скотчем. Оп. На слои мы уже не будем внимание обращать, поэтому давайте же быстрее открывать и смотреть, какая куколка у нас попадется. Так, подсказочка такая же, как и в первом шарике, ничего не изменилось. Мне иногда кажется, что они просто не могут положить в поделки другие подсказки и кладут туда каждый раз одно и то же. Хоть какое-то разнообразие могли сделать. Ага. Единственное, наверное, плюс в этих шариках, что здесь есть насечки. И они снимаются довольно легко. И такой же шарик, точно такой же, с неблестящей крышечкой. Первый сюрприз, второй сюрприз. Третий, и открываем сразу сам шарик. Соберем его. Так, смотрите, здесь также вкладыш, инструкция идет и такой же ободок, точно такой же. Неужели нам попадется такая же куколка? Конечно бы не хотелось этого. Но иногда аксессуары попадаются одинаковые, а куколки совершенно другие. Ребята, посмотрите, платье другое, оно такого же желтого цвета, но здесь уже нарисованы красные клубнички и бантик. Так, дальше у нас идет бутылочка. Итак, ребята, бутылочка у нас такая же, как и в первой куколке была. Давайте же смотреть, какая куколка нам попалась. Надеюсь, это будет совершенно другая куколка. И, ребята, посмотрите, да, здесь другая куколка. У нее серые глазки, коричневые волосы, такие розовые бантики. Голова у нее тоже мягкая, ручки и ножки двигаются. Думаю, что эта куколка получше прокрашена. Давайте оденем на нее ее наряд и посмотрим, как она выглядит. Друзья, готова. Мне кажется, мой наряд намного лучше смотрится. Здесь и платьишко у меня в тему, и сапожки, чем у первой куколки. Нет, у меня наряд лучше, чем у тебя. Нет, у меня лучше. Посмотри, как он мне идет. Нет, мне идет мой больше наряд. Так, девочки, не спорьте. Вы обе очень мило выглядите. Так что прекратите ругаться. А вы, ребята, обязательно напишите в комментариях, какой вам наряд больше нравится. Или вам нравятся оба наряда. А мы продолжаем с вами открывать шарик номер 3. Давайте же скорее откроем его. И посмотрим, какой наряд нам попадется здесь. И какая вообще куколка попадется. Оп. Так. Шарики точно такие же. Ничем не изменные они. Думаю, что подсказка тоже ничем не изменная. Да, подсказка точно такая же у нас. Так. И, ребята, посмотрите, здесь у нас есть стикер. Так. Давайте же скорее. Хочу быстрее посмотреть, какая будет у нас куколка. Так. И последние два слоя у нас остались. Не хочет сниматься у нас последний слой, чтобы мы быстрее добрались до нашей куколки. Так, пока открывала шар, вывалился сюрприз номер 1, сюрприз номер 2 и сюрприз номер 3. Так, открываем наш шарик. Как всегда, инструкция и вкладыш коллекционера. Держатель для нашего шарика. Давайте же оденем его. Так, подвинем наших куколок, чтобы вы их видели и не забывали. Обязательно голосуйте за них. Кто вам больше нравится? Так. Поставим и третий. Итак, ребята, давайте же смотреть сюрприз номер 1. Это же такие же золотые сапожки, как у нас были до этого у куколки.
Платьишко, смотрите, они все желтые, но они разные. Здесь серые звездочки идут. И такой маленький тоже серенький бантик. И последний сюрприз, это бутылочка. Мне кажется, бутылочка у нас будет точно такая же, как и все остальные. Да, ничего нового. Но мне нравится, что эти бутылочки мягкие очень. Давайте же скорее смотреть нашу куколку. И, ребята, посмотрите, это другая куколка. Она у нас такая блондиночка с такими бирюзовыми глазками. Очень здорово. Головка у нее мягкая. Ручки тоже двигаются и ножки двигаются. Также здесь саморезик у нее. Давайте же оденем на нее платьюшко. Мне кажется, что я похожа на Мерлин Монро. Посмотрите, какое у меня воздушное платьишко и такие же белые волосы. Я в восторге от своего наряда. Да, ты очень мило выглядишь. У тебя все подходит. И платьишко, и сапожки, и под цвет волос тебе очень все хорошо подходит. Ребята, а вы обязательно напишите в комментариях, подходит ли ей этот наряд или нет. Она встает в нашу коллекцию. И давайте, ребята, у нас остался последний шарик. Это шарик номер 4. Давайте же его скорее открывать. Ну, смотрите, вот мы открыли с вами уже 4 шарика. Ой, 3 пока открыли. Сейчас будем открывать 4. Что вам нравится в этих шариках, в этих копиях? Что бы вы хотели здесь ожидать и ожидали бы что-то другое. Думали, что будут куколки получше, наряды, обязательно напишите об этом в комментариях. Так, смотрите, в последних 2 шариках у нас попадаются стикеры. Снимаем. Снимаем все. Слоем. Также обязательно напишите, большая ли у вас уже коллекция куколок Лол или нет. И какие бы шарики хотели бы себе приобрести. Мы очень много снимаем для вас новинок. Пожалуйста, обязательно их смотрите. Нам приятно, когда вы их смотрите. Пишите в комментариях ваше мнение. Ставите нам пальчики вверх. Это очень здорово. И мы видим, какие у нас очень активные подписчики. Так, ребята, давайте откроем шарик. И сразу его подготовим для нашей куколки. Подвинем, поставим его сюда. Итак, ребята, также все одинаковое. Такой же фиолетовый ободок. Но у них у всех такие прически, то что ободок не налезает им. Давайте да, откроем. Ну, зато когда вам попадается аксессуар, вы можете одевать на других кукол. И, ребята, посмотрите, у нас такое же платьишко у нас было, оно у первой куколки. Следующий, давайте посмотрим, это бутылочка, наша любимая бутылочка. Так, и вот еще один аксессуар, это наши, наверное, сапожечки или ботиночки. И они такие золотые цвета. И давайте же скорее смотреть нашу куколку. И... ребята, посмотрите, какая нам куколка попалась. Мне она очень нравится, она очень сделана аккуратно. У нее фиолетовые волосы, прям под цвет шарика. Все аккуратно, голова мягкая. Ножки двигаются, ручки двигаются. Давайте же скорее оденем на нее платье. Как вам наша куколка? По-моему, ей тоже более или менее подходит. Но если бы она была вся фиолетовым, это было бы круче. Так. Ты что одела, как у меня платье? Ты зачем за мной повторила? Я не повторяла. Это мое платье. Я его купила в магазине. Это я купила его в магазине. Так, девочки, вы что сегодня ругаетесь и ругаетесь? Вы обе хорошо выглядите. И даже если платьюшки одинаковые, ничего страшного. Итак, ребята, давайте сейчас искупаем наших куколок и посмотрим, меняют ли они цвет и какими обладают способностями. Итак, ребята, давайте же искупаем наших куколок. Вы запомнили, как они выглядят? Они все в желтых платьях. Сейчас мы их искупаем в холодной воде. Оп. Пока ничего с ними не происходит. Это очень странно. Я думала, что они будут менять. Но
ничего не произошло. Сейчас мы их в горячей воде искупаем и посмотрим, поменяют ли они цвет в горячей. Ребята, в холодной воде у нас ничего не поменялось. Давайте же отпустим их в горячую водичку. Оп. Ох, ребята, и в горячей воде тоже ничего не меняется. Я заметила, что у этой куколки поменяли цвет глазки. Если вы заметили, что у других тоже поменялись, напишите обязательно в комментариях. А мы давайте посмотрим, что наши куколки умеют делать. Итак, ребята, эта куколка плюет. Следующие куколки. Держите, мне тогда то, что одела такое же платье, как у меня. Ребят, сегодня мы с вами открыли очередную копию LOL декодер. Это совершенно другие шарики, но они меня не удивили. До этого мы открывали фиолетовые шарики декодер с крылышками. Если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Те шарики мне больше понравились, потому что там было что-то новое, но сами куколки были не очень качественные. Вы обязательно пишите в комментариях, понравились ли вам эти куколки и сами шарики. Также ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить колокольчики, чтобы узнавать самыми первыми о наших видео. А мы совсем скоро с вами увидимся. Всем пока!